Всем привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Алина Осокина. Книга Марка Яковлева «Бродский и судьбы трех женщин» – это очередная попытка разгадать Бродского и рассказать о его жизни и творчестве, а также о жизни и творчестве трех женщин, судьбы которых пересекались с судьбой поэта. Это не сухое литературоведение, а живая и очень личная биография, автор которой сквозь призму собственных эмоций пытается найти понимание духа времени, а также понять его воплощение в фигуре и поэзии Бродского. Как было написано в одном французском журнале, говорят, что если человек отравился цианистым калием, то он кажется на мертвым, однако в течение получаса глаза его видят, уши слышат, сердце бьется, а мозг работает. Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мысли человека, покончившего с собой. А так ли это, можно узнать, только прочитав книгу, которую вы найдете в читальном зале Дворца книги. А вы читали Марка Яковлева? Делитесь в комментариях.